Лето ждали, лето пришло. И теперь, вызывая дождь над своим участком, не забудь исполнить шаманский танец. На небе по-прежнему не облачко, увы, магические ритуалы урожай от засухи не спасут. Остается таскать ведра из края в край, драгоценными руками разливая влагу благостную по изголодавшимся лункам. Но, о чудо, что это за сказочная музыка в саду? Знакомьтесь, новинка красноярского рынка и находка для любителей ландшафтного дизайна – автоматические системы полива. Это экономия большая времени, экономия воды, электроэнергии, потому что и полностью идет дозированная подача воды именно в нужное место. Для удобства может хозяева уезжать в любой отпуск, хоть на любое время. Это абсолютно не влияет ни на что. То есть у них всегда будет в сохранности газон и растения все. Система устанавливается дренажным способом, незаметно. На небольшой глубине под землей, даже если все дорожки и подходы к клумбам у вас уже установлены. И никаких больше многометровых шлангов и ржавых водосборных бочек на каждом шагу. При упадении осадков вообще, если осадки происходят, то специально стоят датчики дождя, которые не дают его системе включаться, именно для того, чтобы только именно дозированно идет на высушенную уже поверхность газона. Эти еле заметные распылители, вырастающие из земли, дождеватели малого радиуса, стоят в среднем 320 рублей за штуку. Эти распыляющие наконечники съемные и легко заменяются на насадки помощнее. Сопла вот они регулируются, смотрите, я покажу вам, на любой сектор полива. Видите, то есть он уменьшается. Вот сектор полива, он увеличивается. Конкретно на этом участке система полива зональная, многоуровневая, а искусственные пруды и заводи дополняют фонтанирующую феерию. Словосочетание «сообщающиеся сосуды» известно всем еще со времен уроков физики в школе. Так вот, именно это здесь и происходит. Один пруд находится в том конце участка, второй пруд передо мной. А этот вазон на самом деле замаскированная труба. Еще один вид орошения – роторный. Вода из таких дождевателей выбрасывается в виде мощной струи под углом 15-25 градусов к горизонту. При работе выдвижное сопло вращается за счет энергии поступающей воды. Диаметр полива уже посерьезнее – до 25 метров. На зиму циркуляция поливочной системы приостанавливается. Трубы прочищаются и консервируются. Если у вас нет газона, но имеются теплица, грядки или мини-сад, изобретение номер 3 – шланг с микрокапельным поливом для вас. Специальные шланги с капельницей встроены через определенные расстояния, именно определенный литраж в час, от 2 до 10 литров в час под каждый корень подается вода. От диаметра шланга зависит и объем полива, и цена дачного помощника. Шланг – система поверхностная, зимой просто убирается. Есть и комплексы точечного полива с разной комплектацией от 2800 рублей. Собирается как конструктор, рассчитана на 10 квадратных метров. Но для тех, кто любит разводить цветы дома или в оранжерее, тоже есть новинки – системы горшечного полива. Определенный насос с фильтром, который опускается с питающего блока питания. И вот с помощью шлангов, с помощью мастер-блоков специальных, соединяется с капельницами, которые идут в комплекте. И каждому горшку именно шланчиком подается именно водичка в определенном количестве. И всем достанется по капельке, никого такая конструкция влагой не обделит. Прогресс да и только, согласитесь, вырастить нечто зеленое, красивое и здоровое. Насколько это приятно? Приобрести и установить автоматические системы полива любой сложности вам помогут специалисты компании «Мастер полива». Обращайтесь в офис по адресу проспект Красноярский рабочий, 27, строение 64. Телефон 281 48 48.